Ну что ж, друзья, всех приветствую на канале, с вами Десар, и мы продолжаем наше путешествие в Far Cry 6. Всем приятного просмотра, не забывайте ставить лайкосик, писать свои комментарии обязательно и оставайтесь на видео. Пошли кушать, пить чай, какать, делать что-то там руками, ногами и так далее. Включайте видосы и пусть он будет. Пусть он будет, это очень важно. Сейчас YouTube работает так, чтобы вы оставались на трансляции, понимаете? Чем дольше вы будете оставаться, тем лучше будет для меня. Так, а давайте я осмотрюсь. Я осмотрюсь, мне нужно тут, тут, тут. Мне нужно здесь, здесь, здесь. И мне нужно здесь, здесь, здесь. Давайте, здесь есть миссия по пунктам. Давайте ее будем отслеживать. Выключим. Быстрое перемещение не получится, потому что слишком быстро. А вот сюда получится. Давайте отправимся и выполним эту миссию. А потом отправимся на миссию «Изумрудный череп». Игра охренительно крутая. Красавчики, ребята. Вот здесь... Так. Внимание, жители! Источник всех проблем. Я знаю, что ночью в городе действует комендантский час. В ваших интересах соблюдать правила, установленные правительством ради вашей безопасности. А если ты так будешь со мной разговаривать, ты получишь по эбалу. Понимаешь? Так, давайте залезем. Нам нужно забрать где? Нам нужно забрать эту посылочку. Красавчик, так. Вы чё, блядь, сумасшедшие? Так, хорошо, это здесь, зайти мы можем. А как мы можем зайти? Ах, хитрые суки. Опа, штаны химзащиты. Так, штаны химзащиты. А ну посмотрим на эти штаны. Так что, а, у нас этот. ППшка, да? Бизончик. Так, штаны химзащиты. Что тут у нас по штанам? Ага, снижает урон от яда. Ну, это такое, мне как бы... Так, хорошо. Блять, там ниже еще есть что-то. Окей, это мне не интересует, погнали. Привет, как жизнь? Все хорошо, спасибо, а у тебя? Подпишись на канал, если еще не подписаны. Так, нам нужно обойти. Нам нужно здесь нарисовать. Так, да, сюда, здесь база. Пойдем. Эй, Дани, слышал, ты утер нос Бенитос. Отлично сработано. Спасибочки, my friend. Я слышал, наших ребят выручил кто-то из Либерта. Си. Так, давайте же послушаем и посмотрим, что же у нас тут есть. Что у вас тут? Типа собрание. Кое-кто захотел выйти из игры. Так, слушайте. За это не стоит убивать. И умирать не стоит. Мы молоды и должны пить, страхаться и школу прогуливать. Вау! Родители уже украли. У нас наше будущее. С чего нам париться? Раньше я думала так. Но однажды адмирал Бенитос вошла к нам в аудиторию с пушкой. Она называла, они выходили. Друг за другом. Альварес. Бермудес. Карильо. Среди их преступлений были протесты, раздача листовок, лайки постам Клары. Фернандес. Хименес. Пенья. Я усвоила в школе один урок. Ты действуешь, и тогда творишь историю. Или ты ждешь
и уходишь в нее. Мудро сказано, подруга. Ламораль нужны еще люди. Смотря кто. Что, у вас возрастной ценз? Уж я не пожалею крови, если возьмете. Добро пожаловать, Вьеха. Как избавимся от адмирала? Отжимание! Это первый шаг к победе! Отель Гранд, Дани. Это ключ. Есть у меня на примете один конвой. Нет. Нам нужен Карлито. Я только что понял. Ты только что порезал руку. Уверен, что стоит отжиматься? Что тут скажешь? Твоя речь меня взбодрила. Си! Когда ты приставила пушку себе к башке... Ух, нихрена себе у нас тут задание. Офигела! Вышло просто потрясно. Дани, нужно заняться нашей проблемкой в отеле. Оборванное письмо. Аккуратная записка. Захватим с собой Карлито, и отель, считай, уже на... Так, у нас тут... Сокровище нации, да? Наклбол и обслуживание номеров. Хм. Так, а где же миссия «Изумрудный череп»? Так. Во. Так. 700 метров. Это здесь, да? Ну погнали, выйдем. Нет, остановить конвой Бенитас важнее. Похоже, мы подходим к проблеме разных потерь. Но мне важно, чего ты... Эль-Тигр теперь за нас. Какая польза, Ламораль, от этого дела. Так, изумрудный чей, пойдем. Шестьсот метров, в принципе. Херня воп... Где моя... Спасибо, что даешь мне надежду повстать. Транспорт скоро будет. Ну выходи, братец. В Яре не ходят пешком. Твой транспорт, повстанец. Спасибо. Так... Так, черт с ними, погнали. Тут доехать, в принципе, не так уж и далеко. Подожди, мне не на... Мне... один ящик. Так, хорошо. Все, пособирали. Ладно, пойдем. Что за хуйня? Отъебанько. Окей. Получи, пидор. На нахуй. Рвануло. Койот-зайчик.
Так, 270 метров всего лишь. Найти сокровище нужно идти по следу доктора Хайфмейн. Хайфмейн. Так, 200 метров, давай. Лесная чаща, роща и так далее. Все выглядит красиво. Давай, беги. Да, 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 отлично, отлично. Вперед, ускоряйся, 100 метров. Кайф. Нет! Там же ж мясцо. Ну, залазь. Кажется, мне нужно в ту пещеру. Я тебя... О, блядь. О, упавшая записка. Бейсбольная кепка. Опа. Ага. Нам куда-то наверх надо, да? Честь. Выброшенное письмо, доктор Хайфмейн. Я не буду продолжать сотрудничество с вами по вашим началам. Ага, погибают Черт, люди. До пещеры далеко. Хорошо, что захватил ботинки. Идиот? Ух ты. Так, красотища. Кайф. Лети, вот эта пушка! Давай, 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 Дани.
Хорошо. Нам не страшен серый волк, нам не страшно ничего. Погнали. Сейчас мы доберемся и узнаем, что же там, сука, творится. Ладно, давай дробовик. Еще одна пещера. Мне нужно в ту пещеру. Надеюсь, это была последняя пещера в моей жизни. А записка в дневнике, окей. Ну как бы... О! Опа! Вопрос. А что нужно сделать? А как мне туда зайти? Уебать что-то? А, наверное, что порвануло, да? Нет. А что, блядь, тут нужно сделать? Тут кто-то идет. Так, чуть-чуть непонятно. Так, получается... А как же ж мне туда спуститься-то, а? Ну, я понял, что я в зоне поисков. Так. Ну, значит... Очень-очень странно, блядь. О, блядь, дебил. Ой, Дима, ну ты тупой. Шикарно. О. Вот это я понимаю, еще раз сокровище. Пошел, ёпа. Пошли нахер. Так, окей. Забирай.
ебать. Давай, черепушечка. Вот, совсем другое дело. О! А, вон еще один. Бешеная вибрация. Отлично. Залазь. Спасибо за бандисьон. Блять. Дебилоид? Дебилоид. Давай почитаем записку. Небрежная записка. Да кому стоит папа? Сложнее, чем казалось. Фух, у нас получилось. Отлично. Миссия выполнена. Еху! Так, теперь. Теперь я бы хотел отправиться, наверное, вот сюда. И... Сокровище нации, да? Так, изумрудный череп. Это все ясно. Ага, свобода атаков. Все или ничего. Окей. Давайте отправимся вот сюда. Где она? Сокровище нации. Отслеживать. И да, конечно, сюда переместимся быстрым перемещением. И посмотрим же. Так, погнали. Где наша база? Опа, прочесть. Есть. Все, хорошо, пошли. Возьмем задание. Правитель тигры. Добрый тигр. Поговорим. Извинюсь перед Гильберто за то, что подняла там бучу. Раньше мы обходились без командных центров. Торчали по уши в грязи с картой и мачете. План надежный. Все по. Смятая записка, написанная идеальным почерком. Сюда. Так, давай поговорим с Эльтигре. Молодые повстанцы мне по душе, они, ну, как я... Нам нужен пятый легендарный участник революции. Но даже целого подвала... 67-го, и самый крепкий гад из всех, что я знал. Он герой войны, которому сейчас приходится работать в музее Кастильо. Нам нужен Карлито. У Кастильо больше боеприпасов, но с Карлито... Так, Карлита, где же ты? Вот так вот высаживаемся и летим до Карлиты. Карлита нам нужный игрок в команде, который поможет нам. Так, где ты, Карлита? Вот ты в той стороне, и мы направляемся за твоим спасением. Команда Десар идет. Так, ребята, вы не забывайте писать комментарии и ставить лайкосик. Я стараюсь, ежедневно стараюсь. И
Стараюсь, чтобы у вас были качественные прохождения, интересные и веселые. Так, ну долететь осталось совсем недалеко, это всего лишь 700-500 метров, и все нормально будет. Тут есть сундук, там есть какая-то база. Но нет, мы идем по своим... Так, что у нас тут есть? Угу. Мы близки. Освободите Карлита, он находится в музее лжереволюции. Хорошо. Лжедмитрий едет, летит спасать. Так. Канука! Ой-ой-ой-ой-ой, тут будет опасно. Я чувствую, здесь будет... Эй, тигры, я у музея. А я в каком-то смысле внутри. Захочешь увидеть наши юные рожи, спрячь пушку и заходи поглазеть на фотки. Опа. Положение обязывает. Что это за такая прекраснейшая винтовка? А ну. Осмотреть. Ой-ой-ой. Если бы у тебя еще... Охренеть, крутая винтовка. Но, к сожалению... Она без глушителя. Так, а здесь можно прочесть. Так называемые легенды. Так называемый мученик. Это Диего? Бедняга обречен с рождения. Так, окей. Хорошо. Вас никто не услышит. Ой. Давайте осмотримся. Сигналку вырубить бы. Так, есть еще у нас ребятки? Хорошо, мы сейчас аккуратненько обойдем. Повстанцы, вам по силам убить его. Тигра, блин! Карлита, это танк? Я не кусаю. Уля-ля. Одну секундочку, друзья, это...
Я прошу прощения, друзья, это любимая, переживает, где же там? Так, отремонтируйте Карлита. Все в порядке с тобой, братик. Ладно, давайте отъебошим остальных. Я стреляю, ты ведешь. Валим отсюда. Карлита сломан, и вряд ли мне удастся его унести. Ему нужен уход. Ты его починишь. Тигры и Карлита снова вместе. Ты поведешь... Привет. Ты поведешь, бабе тигры, а я буду стрелять. Давай, бабе тигры. Да подожди, блядь. И снеси ворота. Дай, блядь, осмотреться. Вдруг тут какие-то ресы есть. Так, Эльтигр знает дорогу, поехали. Ну, поехали. Ты ебанутый? Ну, кто на меня? Ты не мог сразу сказать, что Карлита — это танк? Погнали. Как, блядь, поменять этот? А, вот как. Отлично, блядь. Они вообще раму не соберут. Неплохо, неплохо. Задание... Ой-ой-ой, тише. Танк вообще ему похер, он должен ехать. Тебе, Лоба, легендах. Но сейчас немного занят. Да, верно. Карлита должен отомстить. Vamos! Эмы не защитят вас от снарядов, Карлита. Вас, Карлита, не остановить. Слушай, Эльтигра. Карлито довольно старый, ему досталось. Уверен, что он справится? Карлито рожден, чтобы убивать бэби тигры. Ему все нипочем. Топи дальше, пещера близко. Она будет справа. Теперь моей любимой легендой будет Карлито. Притворюсь, что не слышал этого. Ну да, он крут. Ха-ха-ха-ха-ха.
да если что, я и сам готов. А, отлично, мы спасли этого. У-ла-ла. Лоренцо, ты здесь? Чего это он здесь делает? Я хотел, чтобы он взглянул на Карлита. Ми компай. Сколько лет ты не спускался с этой горы? Да много. У нас с Карлито много воспоминаний. Пора обзавестись новыми. Помоги нам, Армана. Война позади. Когда все свободны. Си! Дружище! Давай. Тебе понравится. Мне норм. Давай! Настя, ты пообнимался? Чё ты, а? Не стесняйся. Война так, все спокойно. Позади, когда все свободны. Кайф. Пор ты цитируешь Лоба. Я просто перестал думать о своих проблемах и тогда смог узреть истину. Лоба умел заставлять других забыть о чуши. Жаль, что его нет с нами. Лоба был бы рад увидеть нас и Карлито. Разве... Записка на сложенном туристическом буклете. Да, что это такое? Записка на бумаге в клетку. Так, КПП нашли, все понаходили, все позабирали, друзья, и... Угу. Северный КПП на берегу. Ну а почему бы и нет? Почему бы в принципе, собственно говоря, и нет? Давайте его захватим и на этом завершим нашу серию. Серия получилась охренительной. 37, ну 40 минут серия, в принципе, как сериальчик. Запустил, кайфуешь. Вот и КПП. Сейчас быстренько захватим КПП и на этом завершим. Шикарно, красиво. Не, ну мы молодцы. Мы с вами все делаем вместе, друзья. Это самое-самое важное. О, сколько там ездит. То КПП нам поможет, но будет открывать нам путь далее. Что это за завод или здание? Что это такое за большущее здание? Наверное, мы будем по миссии точно что-то там делать. Да, охренеть, оно огромное. Но сейчас мы летим на КППшку. Чертовски круто. На нахер разобрались, как, блядь, вообще за нехер. Но мы красавчики, мы лучшие, мы сильные. И это все командная работа, друзья. Так, это есть, давайте пособираем сундучки. Так, что здесь у нас есть? Записки, Бум, 10-й ранг. У торговцев Хуана доступно новое оружие. Окей, собирай все, что... Порох. Так, порох нужен для улучшения. Все, здесь все наши. Привет. Здорово. Молодец. Дани, они устроили КПП, чтобы высматривать беглых изгоев. Уничтожь его, пока никого не поймали. Так, это мы забираем. Это собираем. Все уносим. Кто, блядь, тут?
А ну, блядь, тихо. Он любит вас. Он заботится о стране и хочет исцелить мир. Сообщение одобрено министром культуры. И это настоящая любовь, мистер Форрес. Так, ясно. Ну все, друзья. КПП наше. Все отлично. Все сделано прекрасно в этой серии. По-моему, ты не туда попал. Ха-ха! Вот ебанько. Беги, трус. Так, ладно, мы в розыске. Но на этом мы завершаем нашу серию. Спасибо всем, кто зашел. Так, рейсы собираем. Это собираем. Залазим на вышечку и с этой вышечки уже продолжим. С вами был Десар. Всем спасибо. Пока-пока.